оставил их полуоткрытыми. Поля были мокрые от росы. И чего-то ожидали. Все кругом чего-то ожидало. Звук моих шагов гулко отдавался в тишине. И мне было неловко, потому что я прекрасно знала, что ждут не меня. Тогда я сняла сандали и осторожно проскользнула в поле. Так что она меня даже не заметила. Тебе придется вымыть ноги, прежде чем ты ляжешь в постель. Нет, я больше не лягу. Я больше не лягу. Но ты встала в 4 утра. Даже 4 не было. Я прихожу посмотреть, хорошо ли она укрыта, а постель пустая и уже остыла. И правда, было уже утро. Няня, а будет так же приятно выйти в первый в поле? Утро. Ты думаешь, я так тебе и поверю, что ты ходила на прогулку? Отвечай, где ты была, бесстыдница? Я не бесстыдница. Ты была на свидании. Да, я была на свидании. Хороша же ты, нечего сказать. А еще царская дочка. Вот и мучайся. Воспитывай вас. Все вы скроены на один лад. Я всегда думала. Господи, эта девочка совсем не как следила. Всегда подумает в том же платье. Плохо причесана. Юноши будут привлекать к себе внимание только из смены. А она так и останется висеть у меня на шее. И что же? Оказывается, ты точно такая же, как и все. Лицемерка ты этакая. Подожди. А кто? Верно, какой-нибудь мальчишка. Без денег, которого ты боишься привести в дом и сказать, я люблю его и хочу выйти за него замуж. Да, няня, да, да. Она еще поддакивает. Хороша же ты, нечего сказать. А обещание, которое я давала твоей матери, что ты вырастешь честной девушкой. И что же? Вот, пожалуйста, я прихожу посмотреть, хорошо ли она укрыта, а она на свидание. Нянечка, ну не кричи так. Не кричи. Ты есть на меня сегодня. Не кричи, ну так мне еще и кричать нельзя. Знаешь, что я хотела? Надо было сделать. Отшлепать тебя хорошенько, как в те времена, когда ты была маленькой. Знаешь, что бы сказала твоя мать, будь она здесь? Она сказала бы, старая дура. Да, старая дура. Ты не сумела воспитать мою девочку чистой. И спишь ты как сурок, хотя не имеешь права глаз сомкнуть. И мне так стыдно. Нянечка. От стыда и умереть можно. Нянечка, ты можешь смело смотреть в глаза мою мать. Ну, я буду уже мертва. Когда... Я только опущу голову. Когда она увидит тебя, она скажет, здравствуй, нянечка. И скажу, все это правда, госпожа, я правда. Здравствуй, нянечка, ты хорошо заботилась о моей Антигоне. Мама знает, где я была сегодня. У тебя нету возлюбленного? Нет, нянечка. Устыдись. Я уже старуха, но ты вот всегда была моей любимицей. Хотя характер у тебя отвратительный. Смена была намного послушнее, но мне казалось, что ты любишь меня больше. Если бы ты действительно меня любила, то ты сказала бы мне, куда ходила ночью. И где ты была, когда я пришла подоткнуть твое одеяло? Нянечка, ну не плачь. Не плачь, мое доброе румяное яблочко. Я чиста, у меня нет другого возлюбленного, кроме Гемона, моего жениха. Я тебе даже могу поклясться, что у меня никогда не будет другого возлюбленного. Побереги свои слезки, побереги. Они тебе, может быть, еще пригодятся. Нянечка, когда ты плачешь, я снова чувствую себя ребенком. А сегодня я не должна чувствовать себя ребенком.
пригласила к тебе в комнату. Да, я уже встала. Я тоже не спала всю ночь. Иди приняй смену. А то завтра ты не будешь такой красивой. Не смейся надо мной. Я не смеюсь. Сегодня твоя красота придает мне сил. Помнишь, какой несчастный я была в детстве? Я старалась измазать себя грязью, засовывала за шиворот всяких гусениц. А однажды я привязала тебя к дереву и отрезала твои волосы. Мои прекрасные длинные волосы. Разве будешь думать о всякой ерунде, когда у тебя такие мягкие, аккуратно причесанные волосы? Почему ты говоришь о пустяках? Я не говорю о пустяках. Знаешь, Антигона, я все обдумала. Я думала всю ночь. Ты сошла с ума. Мы не можем. Почему? Он велит нас казнить. Конечно, каждому свое. Он должен осудить нас на смерть, а мы похоронить брата, так уж все распределено. Но я не хочу умирать. Да, я тоже не хотела бы умирать. Знаешь, Антигона, я все обдумала. Я старше тебя и всегда поступаю разумнее. А вот ты вечно делаешь, что взбредет тебе в голову, даже если это страшная глупость. Я более уравновешенная. Я всегда все обдумываю. Иногда не нужно слишком много думать. Нужно. Разумеется, все это ужасно. Мне тоже жалко брата. Но я отчасти понимаю и дядю. А я не хочу понимать отчасти. Он царь. Он обязан подавать пример. Я не царь. Я не обязана подавать пример. Эта глупая скверная Антигона делает все, что взбредет ей в голову. А потом ее сажают в угол. Или ставят в угол и потихом. Надо было слушаться. Вот, уже уставилась в одну точку. Уже готова ринуться, чертя голову, никого не слушая. Выслушай хотя бы меня. Я чаще, чем ты, бываю права. А я не хочу быть правой. Ну попробуй хотя бы понять. Понять? Я только это и слышу у вас, от вас с самого детства. Нужно было понять, что нельзя прикасаться к воде. Прекрасной холодной воде, потому что она может пролиться на пол. Нельзя было прикасаться к земле, потому что она может выпачкать платье. Нельзя съедать все сразу. И нужно было понять, что нельзя отдавать нищему все, что у тебя есть в карманах. И нельзя пить, когда хочется. И купаться рано утром, или поздно вечером, как раз тогда, когда очень сильно хочется понимать, все время понимать, я все пойму, когда состарюсь. Если я когда-нибудь состарюсь, то не теперь. Он сильнее нас. Он царь. И все в городе думают так же, как он. Их тысячи, их много тысяч. Они кишат на улицах Фив. Нас хватит тысячи рук. Тысячеликая толпа будет сверлить нас взглядом. Нам будут плевать в лицо. Когда нас повезут в повозки к месту казни, их ненависть, их смрад, их насмешки всю дорогу будут сопровождать нас. А на площади стеной станут стражники с тупыми багровыми лицами, с грубыми, чисто вымытыми руками и бычьим взглядом. И ничто нам не поможет. Ни крики, ни мольбы. Они будут выполнять все, что им прикажут, как рабы, не задумываясь, хорошо это или плохо. А ведь страдание. Нам придется страдать, испытывать боль. И она будет все сильнее и сильнее, и станет совсем нестерпимой. Нам покажется, что она дошла до предела, но она будет все усиливаться, как пронзительный крик, который становится все резче. Я не могу. Я не могу. Как ты хорошо все
ты? Я тоже, можешь не сомневаться. Ты ведь знаешь, я ведь не храброго десятка. Я тоже. Что с того? Вот разве тебе не хочется жить? Не хочется жить. Не хочется жить? А кто? А кто вставал? С позаранку только насладиться прелестью утреннего ветерка. Кто ложился позже всех, даже падая с ног от усталости? Лишь бы еще немного насладиться прелестью ночи. А кто? 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 В детстве плакала из-за того, что не может сорвать в полях все цветы, поймать всех зверюшек. Сестренка. Нечего. Нечего ко мне ласкаться. Сейчас не время, обнявшись, хныкать. Ты сказала, что все выдумала. По-твоему, можно отступить лишь потому, что весь город ополчится против тебя, что тебя ждут страдания, и ты боишься смерти? Да, да. Воспользуйся этим предлогом. Антигона, пускай мужчины верят в высокие идеалы и умирают за них. Но ты ведь девочка. Да, девочка. Разве мама плакала из-за того, что родилась девчонкой? Счастье ведь так близко. Вот тебе стоит протянуть руку, и оно твое. Ты помолвлена, ты молода, ты красива. Я некрасива. Красива не так, как мы, иначе. И ты отлично знаешь, что именно на тебя оборачиваются уличные мальчишки. А девчонки глядят во все глаза, пока ты не завернешь за угол. О, мальчишки, девчонки. А как же демон? А я сейчас поговорю с демоном. И с демоном все будет кончено. Слышь, ты сошла с ума. Смена, сколько я себя помню, ты все время называла меня сумасшедшей. Даже когда мы были детьми. Иди ты меня, уже светает, и я все равно ничего бы не могла сделать. Тело брата тесным кольцом окружили стражники. Его охраняют так, будто ему правду удалось стать царем. Где приятно побледнела от усталости. А ты? А как же ты? Я больше не лягу. Но я ведь смогу тебя убедить, правда? Я ведь смогу тебя убедить. Ты же выслушаешь меня еще раз. Я выслушаю тебя. Я всех вас выслушаю. А теперь иди приятно. Я обещаю, что никуда не уйду, пока ты не проснешься. Нет, это слишком. Ну, ты же любишь мою Милку, мою головастую Милку. И в конце концов...
ты же обожаешь прибираться, ты была бы несчастна не быть грязи. Я, конечно, старуха, но я не ума еще не выжила. Нет, нет, пожалуйста, ну, пожалуйста, решай, ну, не брать у него. Нет, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, 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 пожалуйста. Нет. Еще не исчез запах твоих духов, которым ты надушился, а я уже простил тебя. Yeah.
другу она. Ой, я сгораю сюда. Ой, мама. Демон, я должна знать, я должна... Ты любишь меня? Любишь меня как женщину? Я должна знать. Да, да, я люблю тебя как женщину. Хорошо. И... Еще кое-что, но сначала пообещай, что когда я закончу, ты не скажешь ни слова и уйдешь сразу. Вот еще мне хочется сказать. Клянись, демон, что не вымолвишь ни слова и уйдешь, не обернувшись. Клянусь. Хорошо. Ты спроси, да, почему я вчера пришла в платье измены, вся надушенная, с накрашенными губами. Да, я была глупой. И была не совсем уверена, что ты меня любишь. И тогда я нарядилась, как другие девушки, чтобы зажечь в тебе желание. Так вот для чего. Да. А ты стал смеяться. Ты стал смеяться не со мной, приотлись в искренний характер и убежала. Но я пришла. Я пришла, чтобы уже стать твоей женой. Ты обещал, демон, ты обещал, ничего не спрашивай. Демон. Хорошо, я скажу. Я скажу. Я люблю тебя, и я была бы счастлива стать твоей женой, настоящей женой, но прости меня, любимый, если я причиняю тебе боль. Я никогда не смогу стать твоей женой. Ты обещал. Ты обещал, демон. Уходи. Если ты сделаешь хоть шаг, я выпрыгну из окна. Я выпрыгну из окна, демон. Уходи. Уходи.
один из тех, что караулит труп. Войди. Войди. Стражник же у нас второй роты начальник. Что ты хочешь мне сказать? Мы бросили жеребий, начальник. Мы бросили жеребий выполнить мне. Кроме меня, еще двое в карауле, Дюран и старший Будус. Мы решили, что пускай один все пойдет и все расскажет. Нельзя бросить пост. Что-нибудь случилось? Говори кто. Когда нет командира, за все отвечает старший. Но они не захотели идти и бросили жеребий. Прикажете пойти до старшего? Нет, говори ты, раз пришел. Я говорю, начальник. Я на службе 49 лет. Служу усердно. Знаю только приказы. У меня никогда не было нареканий, начальник. У меня две грамоты. Две медали от начальства. Они так и говорят, на этого Жунаса, стражника второй роты, можно положиться. Ты скажешь, что случилось? Я не говорю. Хватит стоять здесь и рассуждать, кто должен был явиться. Когда нет старшего командира, за все отвечает сержант. Правда, меня тоже произвели повышение, но произведение еще не произошло, оно будет в июле. Ты скажешь, наконец, как если я... что-нибудь случилось, ответите все втроем. Я же говорю, начальник. Труп! Что труп? Но мы не спали. Мы не спали, я это хорошо помню, что мы не спали. Было 2 часа ночи. Знаете, собачье время такое, да? Холод пронизает. Еще какие-то тени мерещатся. Туман селится. Но мы не спали, начальник, я клянусь, мы не спали. Дюран присаживался на полчасика, у него ноги болят. Но мы были на посту, начальник, и остальные подтвердят, что это я. Я дал сигнал тревоги. Сигнал тревоги? Почему? Начальник, я же говорю, труп. Его кто-то засыпал, начальник. Правда? Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, так, чтобы двери не растерзали, как положено, по обряду. Заметил ли ты какие-нибудь следы? Может, просто какое-нибудь животное? Крыло землю и все. Начальник, я на службе 49 лет. Уж я-то знаю, когда животное лопнет. Правда, мы заметили небольшой след, знаете, такой, как будто птичка. Кто осмелился? Кто? Безумец! Осмелится моего повеления. И, начальник, лопатка. Маленькая детская лопатка. Зажабленная. Мы ее сохраним. Детская. Но ведь не мог же ребенок-то совершить такое. Дюран сохранил ее до следствия. Ребенок. Да. Представляю себе этого ребенка с физиономией наемного убийцы, с лопаткой, аккуратно завернутой в бумагу, спрятанной под одеждой. Хоть оппозиция и разгромлена, но тайно они продолжают действовать повсюду. Все эти друзья пленника, припрятавшие золото в Фивах, вожди плебса, внезапно объединившиеся со знатью, пропавшие чесноком. Жрецы,
пытающийся поживиться, ловя рыбку в мутной воде. Ребенок. Да. Они, наверное, решили, что так будет трогательней. Если и впрямь, только они не поговорили какого-нибудь ребенка. Оглушили его громкими фразами. Удачная находка для их партии. Молодая невинная кровь, обогревшая мои руки. Еще один удачный ход. У них должны быть союзники. Они могут быть и среди стражников. Слушай, ты, кому вы успели рассказать о случившемся? Кому? Значит так, ты сейчас же вернешься к трупу, приказываю продлить срок вашего дежурства. У трупа должны оставаться только вы, трое. Вы все равно виновны в том, что небрежно несли караул. И вы ответите за это. Но если вдобавок ты проболтаешься, если в городе распространится хотя бы слух о том, что кто-то пытался похоронить труп Поляника, я всех вас повешу. Начальник. Но пока я здесь с вами, те-то двое остались у караула, значит, кто-то из них мог сказать, пока меня не было. Но если что, на суде вы скажете, что это был не я. Я был с вами в этот момент. У меня двое детей, начальник. Второй совсем маленький. И на суде вы скажете, что если что, проболтался не я. Стражник! Тебя никто не отпускал. Возвращайся в трубку и поживей. Если никто ни о чем не знает, ты будешь жить. Свободен. Ребенок. Мама. Да. Девочка. Ребенок. Ребенок, а ты пошел бы так же смело со своей лопаткой. Да? Спать. Разумеется. Контракт 5 минут.
слегка. Все. А дальше? Дальше останется ждать. Грань с закоренелыми преступниками, с преследуемой невинностью, умирать ужасно. Смерть похожа на несчастный случай. Еще есть небольшая возможность, вероятность того, что юный влюбленный поспеет вовремя с жандармами, с ньюфаундлерскими собаками. Да, в драме умирать ужасно. Другое дело в победе. Тут все свои. И, в общем-то, не важно, кто убил, а кто убивает. Смерть, предательство, измены. Уже все здесь. Все наготове. Да, и безмолвие. Все виды безмолвия. Безмолвие конца. Когда рука палача занесена. И безмолвие начала, когда юные влюбленные впервые, обнявшись друг с другом, лежат в темноте и боятся пошевельнуться. И безмолвие, которое окружает звуки толпы. Победитель уже побежденный. Одинок где он без молния. Трагедия успокаивает прежде всего потому, что все решено. И ты загнан. Загнан, как крыса в ловушку, и остается не стонать, не сетовать, нет, кричать. Нет, вопить во все горло то, что никогда не было сказано и не будет сказано, и даже то, о чем ты еще не знаешь. А зачем? Это просто потому, чтобы сказать это самому себе. Чтобы узнать, о чем ты сам вот себе. Трагедия. Трагедия, она для царей. Тому, что все решено за нас. Ну вот. Маленькую Антигону схватили. И впервые Антигона может быть взрослой. Нечего мне сказки рассказывать. Другим будете зубы заговаривать. Я ничего не знаю. Я знаю только приказы. На этого стражника Жунаса можно положиться, так говорят командиры. Больше я ничего не хочу знать. Если пытаться всех слушать, еще пытаться понять, так и выйдет, что никто ни в чем не виноват. Но так не бывает. Так не бывает. Не надо мне рассказывать. Я дочь Эдипа, Антигона, я никуда не убегу. Дочь Эдипа. Как же? Шлюхи, которых ночью ловит патруль, тоже выдают себя за префекта, за подружек префекта полиции. Дочь Эдипа. Забрали твою лопатку, а ты продолжаешь выйти. Ты думала, что я ничего не увижу? Ты думала, что ты безнаказанно сможешь это сделать, как бы не так? Я на службе 49 лет. У меня две медали. Грязные ручища. Вы могли бы быть повежливы, барышня. Вот я с вами повежлив. Я готова умереть, лишь бы ты не прикасался ко мне больше. Хорошо. Но ведь ты же не боялась прикасаться к трупу. Не боялась рыть землю грязными ручищами. Полюбуйтесь на свои. Позвольте мне присесть.
приказала оставаться возле трупа. Я тебе лично сказал никому ни о чем не рассказывать. Я никому ничего не рассказывал, начальник. Мы вызвали смену. А когда увидели эту вот, я решил, что сам приведу ее к вам. На этот раз, начальник, жеребий мы не бросали. Я сам решил ее привести. Дурак. Где они тебя задержали? Что ты делала возле трупа своего брата? Ты же знаешь, я запретил к нему приближаться. В том-то дело, начальник. Мы задержали ее возле трупа. Она рыла землю средь бела дня. Дерзкая же. Думала, что ее никто не заметит. Вот, послушай меня, а ты... сам-то понимаешь, что посмел сказать? Я на службе 49 лет, начальник. Знаю только приказы. У меня есть две медали от командования. Они так и говорят, на этого стражника Жонаса второй роты можно положиться. Почему ты...
осталось похоронить труп политника. Это мой долг. Но ведь я же запретил. Ну, запретил же. Тела непогребенных вечно блуждают, нигде не находят покоя. Если бы мой брат был жив и пришел после долгой охоты, я бы разула его, приготовила постель, накормила бы. Последняя охота Поленика окончена, он имеет право отдохнуть. Его ждут отец, мать, Этиокол. Он был бунтовщик и предатель. Он был мой брат. Ты это знала. Ты слышала, как мой эдикт читают в городе? Да, слышала. Ты видела, как он вывешен на всех городских стенах? Да, видела, видела. Ты, может быть, подумала, раз ты Антигона, дочь царя Эдипа, дочь гордого царя Эдипа, то для тебя закон не писан. Закон, Антигона. Он прежде всего существует для тебя. Прежде всего для царских дочерей. Если бы я была служанкой и услышала бы, как читают эдикт, я бы вытерла свои грязные руки и, не снимая фартука, пошла бы хоронить тело брата. Неправда. Нет. Если бы ты была служанкой, ты бы нисколько не сомневалась, что тебя точно казнят. И ты осталась бы дома оплакивать своего брата. А ты рассудила так. Ты царской крови. Моя племянница, невеста моего сына. И что бы ни случилось, я никогда не осмелюсь тебя казнить, так? Нет, я этого не думала. Я была уверена, что вы меня казните. Гордыня Эдипа. Да. Теперь я тебе верю. Когда я услышал его слова в твоем голосе, я тебе верил. Да. Ты была уверена, что я буду вынужден тебя казнить. Для тебя это казалось естественной развязкой. Гордячка. И отцу твоему человеческой горести было слишком мало. Я не говорю уже о радости. Не о них сейчас речь. Простые человеческие чувства. Ваши семьи не приняты. Они вас слишком стесняют. Обязательно нужно вступать в единоборство с судьбой, со смертью. Переспать со своей матерью, убить своего отца, потом узнать обо всем этом, жадно впитывая каждое слово. Не правда ли, какой чудесный нектар? Слова, осуждающие вас. И как наслаждаешься им, когда тебя зовут Эдип или Антигон? Нет. Нет. Эти имена, все это в прошлом. Ныне фивы имеют право на царя, чье имя не будет прославлено в истории. Меня, слава богу, зовут просто Крюн. И обеими ногами стою на этой земле, засучив рукава. И раз уж я царь, то поскольку честолюбие у меня поменьше, чем у твоего папы, я решил посвятить себя тому, чтобы на этой земле установился по возможности, ну, хоть какой-нибудь порядок. Это тебе не авантюра, девочка, а повседневная работа. Не каждый раз приятная, как, впрочем, и всякая другая работа. Но раз уж я здесь, раз уж я царь, раз уж я делаю эту работу, я буду продолжать ее делать. Царям недоличных трагедий, слушай меня внимательно. Пускай ты Антигона, пускай ты дочь Эдипа, но тебе всего 16 лет.
Случись все это немногим раньше, все решил бы. Я очень просто посадил тебя на хлеб с водой, да отвесил пару оплеух. Казнить тебя? Да ты посмотрись. Воробушек, уж больно ты худа. Лучше растолстей немножко, чтобы завести с демоном мальчугана. Уверяю тебя, его жизнь для Фиф сейчас гораздо важнее, чем очередная смерть, твоя смерть. Ты сейчас же вернешься к себе в комнату и сделаешь так, как я тебе велел. И будешь молчать. О том, чтобы молчали остальные, позабочусь я сам. И вот только не надо потом пронзать меня своим испепеляющим взглядом, сверлить. Ты, конечно, считаешь меня человеком грубым, не способным на высокие чувства, но я все-таки очень сильно люблю тебя, несмотря на твой скверный характер. Не забывай, что первую игрушку в твоей жизни подарил тебе я. И было это не так уж давно. Торопится поскорее закончить, чтобы до обеда еще
Один труп похоронить. Неужели тебе никогда не приходила в голову мысль, что если бы в гробу лежал человек, которого ты действительно любишь, ты бы взвыла от всего этого. Ты бы приказала им замолчать. Ты бы прогнала их. Ты никогда об этом не думала? Думала. И все-таки сейчас ты рискуешь жизнью из-за того, что я запретил произносить бессмысленные слова, разыгрывать шутовскую пантомиму, от которой тебе первой бы стало больно и стыдно. Ведь это все нелепо. Да, нелепо. Тогда для чего? Для кого? Не для брата. Для других? Для тех, кто верит в эти обряды? Нет. Чтобы настроить их против меня? Для чего? Для кого? Не для кого, а для себя. Значит, тебе захотелось умереть. Ты сейчас похожа на загнанного зверька. Не надо, вот не надо меня сейчас жалеть. Пожалуйста, делайте то, что должны, делайте, как я. Только, пожалуйста, делайте это поскорее, не надо хватит моего мужа. Я хочу спасти тебя! Вы царь, но это не в вашей власти. Ты думаешь? Да, вы царь, но вы не можете не заставить меня, не принудить. Ты уверена? Да. Единственное, что вы можете, это казнить меня. А если я прикажу тебя пытать? Зачем? Слушай, ты, дрянная девчонка, у меня ужасная роль, а у тебя выигрышная. Ты это понимаешь. Но все-таки не слишком злоупотребляй моим терпением. Дрянная девчонка, да если бы я был обычным тираном, обычным грубым тираном, я бы давно уже приказал вырвать тебе язык клещами. Изуродовать тело и бросить камень на мешок. Все. Но ты видишь нерешительность в моих глазах. Ты понимаешь, что я разрешаю тебе говорить, вместо того, чтобы позвать солдат. И все. Вот ты испытываешь меня. Набрасываешься. Наскакиваешь. Чего ты добиваешься? Маленькая фурия. Пустите меня! Нет! Нет! Понимаешь, тут я свинья. Я воспользуюсь этим. В конце концов, может быть, с этого стоило начать. Просто-напросто вывернуть себе руку, оттаскать за волосы, как нашкодившую девчонку. Я, как известно, твой дядя, но нежности в нашей семье не приняты. Они у нас не в ходу. И все-таки, не кажется ли тебе забавным, что этот осмеянный царь, этот глупый старик, который не раз видел, как убивают людей, внушавших не меньшее сострадание, чем ты, поверь мне, все-таки изо всех сил пытается не дать тебе умереть. Теперь вы жали слишком сильно, мне даже не больно. А
Одним богам известно, сколько у меня дел сегодня. А я все-таки трачу свое время на то, чтобы не дать тебе умереть. На утро после подавления бунта у меня дел по горло, уверяю тебя. Но срочные дела подождут. Я не могу позволить, чтобы ты стала очередной жертвой политических неурядиц. Ты достойна лучшего. Знай, что вся эта чепуха, вся эта история с Полиникой, которая так тебя воодушевляет, это не более чем политический неурядиц. Во-первых, я отнюдь не неженка, но я разборщик. Я люблю, чтобы все было аккуратно, опрятно, чисто вымыто. Ты думаешь, мне, как и тебе, не противна эта падаль, гниющая на солнцепёке? По вечерам, когда ветер дует с моря, вонь стоит уже во дворце. Но я даже не велю закрыть окна. Это гнусно, это ужасно, чудовищно. Но тебе-то я могу признаться, это необходимо, чтобы вибы надышались этим смрадом. Ты думаешь, я не отдал бы давным-давно приказ уже похоронить Полиника, если бы заботился исключительно о гигиене? Но для того, чтобы скоты, которыми я управляю, все уразумели, трупный запах по меньшей мере месяц еще будет отравлять городской воздух. Да, это правда. Мне страшно.
Я в ужасе. Я в ужасе. Из-за того, что я буду вынужден тебя казнить, понимаешь? Вынужден. А меня тут никто, никто не заставит. Я очень никто не хочу этого делать. Никто по душе, никто. Может быть, вы и брата моего не хотели так оставлять? Я тебе уже рассказал. И все-таки сделали, сделали. А теперь, не желая того, вам придется меня казнить. Это и называется быть царем. Да, девочка, именно это. Бедный Крион. Хоть ногти мы сломаны, все в грязи. Синяки, посаженные твоими стражниками. Хоть не страшно до смерти, но царство я, не ты. Ну так смилуйся надо мной, царица. Труп твоего брата, гниющий у нас под окнами, достаточная плата за то, чтобы в городе воцарился покой, мир и порядок. Мой сын любит тебя. Не вынуждай меня расплачиваться. Расплачиваться еще и твоей жизнью. Фивы заплатили уже достаточно. Я заплатил уже достаточно. Вы ответили «да». И вам все время придется расплачиваться. Господи, ты можешь попытаться хотя бы на минуточку попробовать понять меня? Я же изо всех сил стараюсь тебя понять. Ведь нужно, чтобы кто-то ответил «да». Нужно, чтобы кто-то стоял у кормила. Корабль дал трещину. Судно дало течь по всем швам. Оно до отказа набито глупостью, преступлениями, нуждой. Мачта трещит! Ветер сдувает! А эти скоты так и подохнут здесь, все вместе, потому что каждый думает только о своей шкуре, о своей драгоценной шкуре и о своих делишках. Офицеры уже выгрузили все запасы пресной воды и мечтают, как бы смыться. Команда не желает больше ничего делать. Скажите на милость, где уж тут помнить о всяких тонкостях? Где уж только рассуждать, ответить «да» или ответить «нет». Какое там? Хватаешь первую доску и приколачиваешь к пробоине, из которой так уже и хлещет морская вода. Выходишь на площадь и приказываешь стрелять в толпу. Прямо в толпу, в первого, кто сунется. В толпу у нее нет имени. И тот, кто падет от пули, в толпе у него больше нет имени. Возможно, это тот, кто еще утром дал тебе прикурить, улыбнулся. Теперь у него нет имени. Нет имени больше у тебя, судорожно вцепившегося в руль. Не осталось больше ничего. Только корабль, у которого есть имя. И буря. Ты это понимаешь? Я здесь не для того, чтобы понимать. Я здесь для того, чтобы сказать вам «нет» и умереть. Ответить «нет» очень легко. Не всегда. Чтобы ответить «да», нужно много работать, засучить рукава и черпать эту жизнь пригоршней. Ответить «нет» легко. Нужно просто сдаться на милость судьбы. Даже будучи уверенным, что тебя убьют. Слишком легко сказать «нет», сидеть и ждать. Может быть, надеяться втайне, что ты как-нибудь выживешь. Или даже точно, по-настоящему значит, тебя казнят. Сидеть и ждать. Это слишком трусливо, понимаешь? Это все людские выдумки. Можешь ли ты представить себе мир, где дерево отвечало бы «нет» соком земли? Или животные говорили бы «нет» своим охотничьим и любовным инстинктам? Животные, те, по крайней мере, просты, бесхитростны и упорны. Они смело идут по дороге жизни. И если кто-то из них падет, умрет, на его место тут же встанет другой, во всем подобный предыдущему.
И сколько бы ты их ни поубивал, обязательно останется хотя бы пара, которая даст потомство, которая в свою очередь снова пойдет по дороге жизни. Так вот о чем мечтают цари. О животных, как просто было бы ими управлять. Ты меня презираешь, да? Забавно. Я часто представлял себе подобный разговор с каким-нибудь бледным юношей, которого поймают, с юношей, который на все мои вопросы будет отвечать мне только презрением, который попытается меня убить, потом убедить. Но я никак не мог представить, что разговор этот состоится у меня с тобой и по такому глупейшему поводу. У меня скверная роль. И я ее сыграю, будь уверен, до конца. И я прикажу тебя казнить. Но для начала я хочу, чтобы и ты до конца, на зубок, усвоила и свою роль тоже. Выслушай меня в последний раз. Антигона, ты понимаешь, в какую кровавую историю навсегда вписываешь Тройду свое имя? В какую глупую историю? В какую? В историю Этиокла и Полемика, твоих братьев. Ты думаешь, что ты ее знаешь, но ты ее не знаешь. И никто в городе не знает, кроме меня. Да, хорошего в этой истории мало, сама узнаешь. Антигона, что ты помнишь о своих братьях? Они, конечно, презирали тебя с самого детства, предпочитали играть друг с другом, ломали твои куклы, доводили тебя до ярости, да? Но они были старше. Потом ты, должно быть, восхищалась их первыми длинными брюками, их первыми попытками курить. Они стали настоящими мужчинами и уже перестали вовсе обращать внимание на свою младшую сестренку. Но ведь я была девочкой. А ты помнишь, как плакала мать? Как приходил в ярость отец от того, что эти двое возвращались ночью, пьяные, навеселе, вечно ржали, шушукались от каких-то своих тайн. Помнишь? Однажды я спряталась за дверь. Это было утро. Мы только проснулись, а они вот еще вот только что пришли. Да, и Полиник увидел меня и сказал: «Ах, вот где ты!» И протянул мне большой бумажный цветок. Он принес его как раз оттуда, где провел ночь. И вчера, прежде чем набраться мужества и идти хоронить своего брата, ты выдвинула ящик стола, нашла этот цветок и долго, долго всматривалась в него. Откуда вы знаете? Бедная Антигона со своим бумажным цветком. Да знаешь ли ты, в какую историю ты попала? Ты знаешь, каким был настоящий Полиник? Знаешь, каким он был? Я знаю лишь то, что вы ничего, кроме плохого, о нем не скажете. Скотина, бездушное животное, никчемный человек, который только и мог что проигрывать целые состояния в кабаках да обгонять экипажа. Однажды я как раз был при этом свидетелем. Твой отец отказался платить за сына,
крупный проигрыш. А тот грубо выругался, замахнулся на отца. Это неправда. И этот скот со всего размаха ударил Эдипа прямо в лицо. Это неправда, это неправда, это неправда. На Эдипа было жалко смотреть, у него из носа потекла кровь. Он сел за стол, закрыл лицо руками, плакал. А этот скот сел напротив него в углу кабинета. Улыбался. И закуривал себя. Неправда. А ты припомни, тебе тогда было лет 8. Вы еще долго не видели Полинина. Правда? Это правда. Это было как раз после той ссоры. Эдип не хотел, чтобы его сына судили. И он отправил его в Аргивианское войско. А как только Полиник достиг Аргоса, Кивах начались покушения на Эдипа. На старика, который не хотел ни умирать, ни отказываться от престола. Наемные убийцы, которых мы рано или поздно ловили, всегда сознавались, что деньги на покушение они получили от Полинипа. Впрочем, ни от одного только Полиника. Раз уж ты так жаждешь сыграть роль в этой драме, я хочу, чтобы сегодня ты узнала все. Всю эту закулисную кухню. Как ты понимаешь, недавно я устроил пышные похороны Этиопу. Этиопа теперь герой Фив. Он герой. Он святой. Народу собралось видимо-невидимо. Школьники опустошили свои копилки, чтобы купить венки. Старики с дрожью в голосе, притворяясь растроганными, говорили теплые слова нашему любимому сыну и Этиопу. Я тоже произнес речь. В церемонии приняли участие все фиванские жильцы с копом. Были отданы воинские почести. Понимаешь? Я не мог позволить себе такую роскошь иметь в каждом стане по объявленному негодяю. Сейчас я расскажу тебе нечто ужасное, известное только мне одному. Этот Этиопол, этот столб добродетели был ничем не лучше Полиника. Антигон, у меня имеются доказательства, что Этиокол замышлял ту же измену, за которую поплатился Полиник. Он тоже хотел умертвить своего отца и продать Фивы тому, кто больше даст. Лишь по случайности Полиник свой план осуществил первым. Они вели себя как мелкие воришки на ярмарке. Обманывали друг друга и нас всех. И в конце концов, сводя счеты между собой, перерезали друг другу глотки и сдохли, как подобает. Ну, когда я пришел на поле, где состоялось сражение, я велел отыскать их тела в груди убитых. Их отыскали. Они лежали, обнявшись, вероятно, впервые в жизни. Братья проткнули друг друга мечами, а потом по ним прошлась аргивианская конница. Но обстоятельства заставили меня провозгласить одного из них героем. Поэтому я велел отыскать
гробницу из мрамора и положить туда менее обезображенное тело. Я даже не знаю, клянусь тебе, кого именно из них мы похоронили со всеми почестями, а кто из них теперь гниет на солнцепёке. Но, уверяю тебя, мне это абсолютно безразлично. Зачем вы мне все это рассказали? А разве было бы лучше, чтобы ты умерла из-за этой жалкой истории? Лучше? А может и лучше? Раньше я хотя бы верила. Что же ты будешь делать теперь? Пойду в свою комнату. Не оставайся одна, повидайся с Гемоном. Поскорее выходи за него замуж. Уверяю тебя, все наши с тобой словесные перепалки – это пустая болтовня. Ведь ты обладаешь таким бесценным сокровищем – жизнью. Ты хотела все это пустить на ветер. Я понимаю тебя, понимаю. В 16 лет я поступил бы точно так же. Клянусь тебе, я слушал тебя, ослышал себя из глубины времен юного, худого, бледного Криона. Так же, как и ты, жадно мечтающим о самопожертвовании. Поскорее выходи замуж. Будь счастлива. Жизнь – это не то, что ты там себе нафантазировал. Она как вода утекает у вас, молодых, сквозь пальцы. А вы этого даже не замечаете. Скорее сомкни пальцы. Жадно подставь ладони. Удержи ее. И ты увидишь, она превратится в маленький, только твой комочек. Потом станет твердым ядрышком, который ты сможешь грызть потихоньку, сидя на солнышке. Те, кто нуждаются в силе твоего порыва, в силе твоего поступка, будут уверять тебя, что это все ерунда, что это все бред. Не слушай, не слушай и меня. Правда только то, о чем не говорят. Однажды ты поймешь, быть может, слишком поздно, что жизнь – это любимая книга, это ребенок, растущий у тебя под ногами, это молоток, который ты крепко сжимаешь в руке, скамейка, любимая скамейка, на которой ты отдыхаешь по вечерам у дома. Ты, вероятно, станешь еще больше презирать меня, но однажды ты поймешь, что жизнь, вероятно, все-таки счастье. Счастье. Глупое, никчемное слово. Не так вот. А каким будет твое счастье? Какой будет та женщина, в которую должна превратиться маленькая Антигона? А какие жалкие поступки придется ей совершать изо дня в день? Чтобы с ума не вырвать свой крохотный клочок счастья. Замолчи. Просто замолчи. Нет, не замолчу. Я хочу знать. И знать сейчас, что я, именно я должна сделать, чтобы быть счастливой. И знать немедленно. Немедленно нужно сделать выбор. Ты любишь Гемона? Да, я люблю Гемона. Я люблю Гемона, молодец.
Антигона должна умереть. Должна. Понимаешь, мы все бессильны что-либо с этим сделать. Теперь я это помню. Да. Понимаешь, она сама, возможно, до конца этого не осознавала, но больник был для нее только предлогом. Как только ей пришлось отказаться от этого предлога, она тут же ухватилась за ногу. Самое главное было для нее сказать «нет» в жизни и умереть. Не дай умереть, Антигона. Для всех нас это будет кровоточащие раны на долгие века. А что я могу еще сделать? Приговорить ее к жизни? Я больше ничего не могу. Дед. Герман. Я испробовал все. Все. Но... Она тебя не любит. Это безумие, отец. Она могла бы выбрать жизнь, но она выбрала безумие и смерть. Понимаешь? Они уводят ее, отец. Не дай ему вести ее. Я больше ничего не могу. Все грибы уже знают, что она сделала. Она начала говорить. Толпа. Толпа. Она все знает. Она не сходится против отца. Толпа. Понимаешь? Что значит толпа, отец? Ты властелин. Я властелин, пока не сдал закон. А потом... Нет. Ты думаешь, я могу жить без нее? Ты думаешь, я примирюсь с этой вашей жизнью? Должен с этим смириться. Жить без нее. С утра до вечера. Жить без нее. Среди большой суеты, болтовни, ничтожества. Ты должен с этим смириться. Антигона уже погибла всех нас. Антигоны уже нет. Она уже умерла. Сердцем полным муки. Но когда ты преступишь порог, когда ты откажешься от всего, что дорого тебе в жизни, все будет кончено, уверяю тебя. Все будет кончено. Воплощение силы и мужества, что спасал меня от чудовищ теней, когда брал на руки. Неужели это был ты? Неужели это ты? Да, Гема. При свете лампы показывал мне книги в своем кабинете. Неужели все подвиги? Все это было нужно лишь для того, чтобы я в один прекрасный день стал мужчиной и был бесконечно счастлив, что живу? Да, Гема. Нет. Нет, нас еще не прижали к стенке. Когда выбора уже нет. И надо сказать «да». Ты еще властелин. Мир слишком пустынен, если я не смогу больше восхищаться тобой. Мир и есть пустыня, сынок. И ты слишком долго восхищался мной.
посмотри. Посмотри на меня! Посмотри на меня! Это и значит стать настоящим мужчиной. Однажды взглянуть в глаза, прямо в глаза своему отцу. Бедный, бедный мальчик. Он ее любит, а я больше ничего не могу сильно мучился, а меня даже не ранили.
Это даже в какой-то степени помешало моему продвижению по службе. А какую казнь они мне приготовили? Вас замуруют. Я слышал, что вашей кровью нельзя осквернять город, и поэтому вас замуруют. Живьем? Да, живой. Вас похоронят в пещере Гадеса. И поставят сторожить нас. Дескать, стражники все выдержат. Два зверька и то бы прижались рядом, чтобы согреться. А я буду одна. Совсем одна. Чего? Барышня, вы... Если чего надо, вы скажите. Да, я хочу, чтобы ты передал письмо после моей смерти одному человеку. Письмо? Да, письмо. Нам нельзя передавать никаких писем. Ну, ладно. А если я дам тебе кольцо? Золотое? Да, золотое. Нам нельзя. Если меня поймают, меня ждет трибунал. Мне запрещено. Я 49 лет на службе. У меня нет никаких нарушений. Мне нельзя. С другой стороны, барышни, если я своей рукою напишу, так это другое дело. Если меня поймают, увидят, что я писал письмо, так ничего страшного, вы мне можете продиктовать. Твоей рукой? Хорошо, пиши. Давай скорее, а то я переживаю, что мы можем не успеть. Успею. Мой любимый. Пиши. Мой любимый. Я решила умереть. И, быть может, ты перестанешь меня любить. Дружку пишите. Крион был прав. И сейчас я даже не знаю, за что я умираю. Оказывается, как это было просто жить. А ведь никогда не знаешь, за что приходится умирать. Когда нельзя зачеркнуть, все зачеркивай, все зачеркивай, зачеркивай все. Все? Ну быстрее, все зачеркивай. И пиши. Пиши. Прости. Прости. Без маленькой антиконы вам всем было бы спокойнее. Я люблю тебя. Забавное письмецо, барышня. Да, забавное. И кому это забавное письмецо передать? Вниз.
Я велел похоронить их рядом. Они лежали, обнявшись. Точно молодожены после первой ночи. Они лежали и отдыхали. Но лица их были спокойны. Для них все хорошо. Тебе предстоит узнать еще кое-что, Дима. Добрая женщина вечно бормочет о своем варенье, вязании, о всех этих фуфайках, которые она вяжет для бедняков. Прям забавно, как много фуфаек нужно для бедняков. Можно подумать, ничего другого не нуждается. Но этой зимой иванским нищим будет очень холодно, криво. Евредика, подвязав последний ряд, медленно отложила спицы и пошла в свой комнату. Набухающую, связанную подушечками на салфетке. Именно на том самом месте, где ты когда-то давным-давно увидела ее молодую девушку. Если бы не огромное пятно крови, растекшееся по кровати, по подушке, можно было бы подумать, что она просто спит. И она тоже. Они все спят. Как должно быть, было бы здорово уснуть. Да, трудный выдался день. Теперь ты совсем одинок, Ио. Совсем одинок. Понимаешь, в каком-то высшем, не высшем смысле весь этот мир изначально заряжен на неудачу. Он представляет собой совершенный образ несовершенства. Он есть осознание провала. Когда это начинаешь понимать, провал перестает ощущаться. Сколько времени? Который час? Половина пятого. Что у нас в половине пятого? Совет. Тебе повезло. Ты никогда ничего не знаешь. Как должно быть, было бы здорово никогда ничего не знать. Лучше всего на свете было бы никогда не становиться взрослым. Ну что ж, раз назначен совет, идем на совет. Вот и все. Сейчас перед вами эти герои сыграют трагедию об Антигоне. Антигона? Это маленькая худышка, которая сидит вот там, уставившись в одну точку и думает, что вот сейчас, именно в этот момент она станет взрослой. Она восстанет против всего мира, против всех нас, против царя Креона. Она думает, что она станет взрослой. Но ее зовут Антигона, и ей придется сыграть свою роль до конца. Молодой человек, который сидит рядом с Антигоной, это Гемон. Он сын Креона. И когда-то на балу он обыскал. Искал худышку Антигону, которая сидела точно так же. И о чем-то думал. Он подошел к ней и сделал предложение. Зачем? А этого никто никогда не узнает. Но Антигона подняла на него свои большие красивые глаза и, грустно улыбнувшись, дала свое согласие. Оркестр начинал новый танец. И красавица Исмена уже кружилась с симпатичным юношей, прекрасным в своем новом платье. А Гемон так и стоял около Антигона. И он еще не знал, что единственное, что дает титул мужа Антигона, это право на смерть. Евредика. Она жена Креона. И на
протяжении всей трагедии она будет рядом с мужем. Она добрая, хорошая, порядочная. Но она не может быть мужем помощником. Потому что Крион одинок, и никто ему не может помочь. Ни семья, ни дети, ни жена. Никто из народа не может помочь этим Криону. Даже стражник, который предан царю, который предан любому царю. И когда следующий властитель Фир, обреченный властью, прикажет схватить Криона, он выполнит приказ безоговорочно. А начинается все в тот момент, когда два сына царя, которые должны были по очереди в течение года управлять Фивами, в один прекрасный момент не уступили друг другу власть. И убили друг друга около Фивы. И царь Крион издал строжайший указ, что тот, кто похоронит тело, брошенное на растерзание волка, будет казнен на смерть. Начинаем. Thank you.